самый волшебный праздник в году на пороге, и больше всех ему радуются детишки. То, что это ребятишки особенные, абсолютно не важно. Они также полны задора и ждут новогоднего чуда. В ДК Барнаула на елку для детей с ограниченными возможностями Елена с сыном Иваном приходят каждый год. Мальчик с рождения не слышал, но перенес операцию и сейчас идет на поправку. В этом в том числе помогают и такие праздники. Мы здесь собираемся, радуемся, общаемся друг с другом. Детям это нравится, они не чувствуют себя там какими-то особенными, не особенными. Здравствуйте, ребята! Сверкающая елка, ростовые куклы и, конечно, новогоднее представление с поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки – самое лучшее лекарство. Никаких ограничений для веселья. Такие мероприятия, которые организуют для детей администрация Барнаула, стали уже доброй традицией. В этом году поздравили 500 ребятишек с ограниченными возможностями и их родителей. Мы вручили 500 подарков детям. Из 5 районов города 100 ребятишек получили, из каждого района города 100 детей получили прекрасный новогодний подарок. В этот подарок входит большое количество конфет, шоколада, и весит он больше килограмма. Ну и, конечно, какой же праздник без сказки? Специально для маленьких гостей подготовили музыкальную постановку «Конек-горбунок». Адаптировали ее на новогодний лад, но сюжет спектакля, как и оригинального произведения Петра Ершова, по-прежнему рассказывает о дружбе, взаимопомощи и вере в добро. Лариса Куренкова, Алексей Фризин, информационный канал «Город».